Снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Как вы можете узнать это место, это Дайкокуфуто, и здесь происходит небольшое кар-шоу. Это снова я. Да, только что поехала Мазерати и Кадиллак, судя по виду. Да, но мы пойдем посмотрим на крутые тачки, которые люди привезли с собой, чтобы показать. Кстати, я там видел даже несколько машин из серии Форсаж, типа Fast and Furious, сделанные прям как копия, полная копия этих машин, которые были в фильмах. Сейчас мы дойдем до туда, я покажу. Они, правда, некоторые уже сваливают, я не знаю почему. Но это ничего. Вот они здесь стояли. Сейчас мы глянем там на них. Видите, люди здесь подготавливают свет, камеры. Видимо, сегодня какое-то мероприятие. Я, честно говоря, не знаю про текущие расписания. Что планируется, что нет. Пойдем посмотрим. Вот вы видите, стоят Skyline, как из Форсажа 2. С этой стороны. О, прикольно. Это MX-5. А вон ту я не знаю, что за модель вообще. Давайте посмотрим на эту. Ну да, можно сказать, как в фильме сделал чувак. Правда, внутри там все простенькое такое. Номер 34. Да. А это Mazda. NX240, скорее всего. Похоже на Краун старой модификации. Сейчас мы сделаем вот так, немного получше будет. Skyline. Я не знаю. Старая модель, я честно не разбираюсь в них особо, в старых моделях. Тут пригнали три одинаковых Сильвии. Синие. Ну, кстати, неплохо выглядит даже для стоковых. Это что? Вот эта машина, да. Вот это прикольно выглядит. Еще одна Mazda. Старенькая, правда, уже. Здесь маздоводы собрались, я так понял, да? Смотрите, Mazda, 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 Mazda. Прикольный в цветочек сиденья там крывало, да? Слушайте, ну, прям... Хорошо выглядит, да, машина. Полированная, номера 13, как у многих автомобили, как вы видите, вот тоже номера 13. Я думаю, может быть, они из одной какой-то группы, фиг их знает. Но выглядит прикольно. Йокогама тут, колеса, все дела. А вот здесь номера уже не 13, но это ничего страшного. Это поправимо. Номера, как вы знаете, можно купить в Японии официально. Если у вас есть лишних, сколько там, 20-30 тысяч йен, вы можете любой номер себе заказать, какой захотите.
хоть с одной цифрой, хоть с четырьмя. Там выбирайте какую. Только буквы нельзя менять. Ну вот еще такая. Уже ближе к стоковой версии. А Субарик стоит неплохой. Краун. Ладно, мы сейчас еще посмотрим. Здесь немного пройдемся. А вон там тачки. Вон там тачки стоят. Ну-ка глянем, что за тачки. Это Ламба. Что еще там? Этот Макларен или кто, я не знаю. Ну вот. Что тут у нас? Спортскары, да. Ну, сейчас как сказать. Такими машинами уже никого не удивишь, даже в Японии. Если как раньше это было прям новшество, что-то типа, вау, типа офигенная тачка, посмотрите там. Lamborghini, там McLaren. Вот, McLaren классный тоже, да. Ferrari белая. Сейчас, я вам так скажу, сейчас вот такие вот машины больше всех удивляют. Потому что в таком состоянии сохранить машину, это прям вообще офигенно. А там салон у него, посмотрите. В мехах, все в шелках. Все в мехах, в шелках. И музыка Растаманская играет. О, какая машина поехала. Таких машин здесь вот по пальцам посчитать, я вам серьезно говорю, их вы не найдете вообще в Японии практически. Они приезжают только на эти типа шоу-оффы, так называемая. Lotus стоит, Lotus Samba. Кстати, хорошая машинка тоже, мне нравится. Вот Corvette. Во-во-во, смотрите, поехали. Давайте заснимем. На пневме. Вот это вещь. А там такой чувак тоже на стиле сидит. В дредах. Весь укутанный там. Ну, естественно, он укутанный в одежду, не в дреды, я имею в виду, а то сейчас подумает. Потому что с кабриолетом в плохую погоду вообще не айда. Сейчас, между прочим, сейчас декабрь месяц, сейчас середина, можно сказать. И холодно, я вам серьезно говорю, дубак на улице. Вечерами, ну не сейчас, сейчас-то тепло, а вот будет вечер, будет холодно. Я пройдусь, вы не против, да, ребят? О, Альфа Ромео тут. Что ж такое? Давайте вот еще один. Это Chevrolet или Chrysler? Вот, снимем вот эту машину. О. Вот эта вещь, да. Похож на Chevrolet, да, на пневме тоже. О, найс. Пошли дальше. А дальше там вон спорткары. Ну вот эти еще куда ни шло, вот такие новенькие. Можно поснимать. Есть на что посмотреть. А то там показывают уже старые модели Ferrari. Lamborghini уже никому особо не интересны. Вот Ferrari новая. Я не знаю, что за модель, как называется. Вы в комментах напишите, кто в курсе. Во. Вот еще одна такая же. И Maserati. Пойдем снимем спереди, покажем, как она выглядит.
скажем так, что, деньги есть, чтобы не взять машину такую, да? Вот Мазерати, да? MC20. Они еще и с детьми ездят на них. Прикиньте, с ребенком поехал в путешествие на спорткаре. Нормально. Назад его туда, там для сабвуфера-то места не хватает в машине, серьезно. Потому что это спортивные автомобили. О, какая, смотрите, Pontiac, что ли. Классно выглядит тоже. Ну вот такой вот небольшой обзорчик был. Новых машин и не новых. Мы носили классных тачек. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. А также пишите комменты, что бы вам хотелось еще посмотреть в следующих видео. Ну и вопросы свои задавайте. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале и новые видео. Ну все, до новых встреч, увидимся.